Я про тебя кое-что знаю. Да? Да. И что ж ты знаешь? Что ты заочник. Thank you.
Я боюсь. Кончай загорать, добровольная дружина. Так, все, давай, поехали. Да? Да ты шустрый. Фамилия! А ты опять дружинишь? Опять. Я все хотела спасибо тебе сказать за прошлый раз. Ну ладно, не за что. Тебе из-за вали отсюда. Мало прошлого раза. Пойдем. Thank you.
И за что? День рождения. Твой день рождения. Еще будут вопросы? Вместе с народом вырабатывается политика. А кто это? С ума сошел? А вот это уже никогда.
Ой. Ты мне раньше... Коля мой сосед. Симпатичный у тебя сосед. Все посыпано от тараканов. Кран в кухне. И мой... Бехтерева отравил. Кому был такой революционер? Убрали. Так получается.
знаю. Ты не заболел? Не знаю. А что ж ты этого типа не позвала? Или он сам не захотел? А вот это не твое дело. Парикмахера. А их всех в Сибирь. Что мы тут стоим? А? Что ты сказал? Нет, не хочу. А я хочу. Андреевич, серия 31 МЮ. Как много, Сергей Андреевич. Почему ты тогда сказала, что я не умею целоваться? Да потому что не умею. Давай. Вставай. Вставай, вставай. Давай сейчас сначала.
к утру. Ну, потише, пожалуйста, я ничего не слышу. А Сергею 18. Вам известно, что у него скорость? Алло. Надо, милая, что-то делать. Надо. Разговаривать с вами больше не могу. Ах, вы не можете, а я могу. Вы знаете... Телефон. Извините, но разговаривать с вами я больше... Татьяна Васильевна, извините. Извините, мне нужна Надя. Что случилось?
И счастье. Надо мои затянуть. Ну, а как это? Ну, так, смотри, берешь сигарету, большой вдох. Я помню мои 18 лет. Да, ты у меня уже совсем-совсем пожилая. Я думала, что ты уже взрослый, а тебе не 18 лет исполнилось, тебе все 12 исполнилось. Да. Ну что не возьми, колхозы вранье, пятилетки то же самое. Ваши газеты не трогают. Газеты его не трогают. Дурной ты парень. А твое нынешнее временное положение... В неизвестном направлении. Вот она тебя и подобрала. Врете вы все. А чего мне врать? Ты вот...
Не вылазь, это оружие! Зато от тебя большая польза! Это вы все построили! Вот и радуйтесь теперь! Я финансистом был! Горело все к черту! А для вас просто женщина. Начальство всегда начальство. Хорошо? До свидания, сестра. До свидания. Ты меня напугал. Ты зачем пришел? Возьми. А то живем, как в проходном дворе. Я думаю о том, как я буду встречать тебя после работы вместе с... Давай устроим свадьбу. Что? Почему ты молчишь? Нам хорошо вместе.
Мама, ну что ты за мной идешь? Чего ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты вернулся. Мне там кажется... Мама, остынь, выпей чайку. Живете как цыгане. Надо же обуть. Сереженька. Пусти, я пойду. Нет, я тебя не пущу. Мама. Если тебе... Ты... Неужели у меня в постели? Надо это поискать. Понимаешь ли, Сереж? Смолчи. Почему? Серёжа, а я так ждала. Как... Надя! С праздником! У людей праздник, мы бардак разбили. Вокруг чего скопились? Вокруг меня. Вокруг вас всегда что-нибудь происходит. Придется... Дорогие советские женщины! Татьяна Васильевна? Сергей говорит.
правду? Я не знаю правды. А кто знает кто? Я тебя спрашиваю, скажи, кто? Скажи. Ай-яй-яй-яй. А тебе хлеба купить? Купи, только дай по... Человеком грязь толкаете! Дайте пройти, люди! Да пропустите! Светлое будущее! Я уже ничего не боюсь! Татьяна Васильевна? Здрасте. Здрасте. А что вы?
Да. Я из гостей возвращаюсь. Садитесь. Места хватит. Если бы ты не ушел, я бы еще потанцевала. Ты мне не ответила, ну! Ты мне голову оторвешь. Ну! Не знаю я никого. Не надо меня все время дергать, надоело. Знаешь, мне кажется, конечно, была жизнь. Надя! Надя, открой! Надя, тебе!
Досадно. Ведь было. А ведь я тебя убью. Убей! Извини меня. Я не могу тебя больше видеть, понимаешь? Почему ты меня... Не верила, я тебя убил. Лежу немножко с тобой.